идем в школу. Говорят, что школа – это второй дом. А почему второй? Могу я поспорить, что школа – это первый дом? Давайте вспомним, что все часы, все свои дни мы проводили долгие-долгие в школе. А дома забегали, проводили маленькие минутки, и казалось нам, что школа все у нас зовет. Да. Поэтому мы вспомним, и школа считается первым домом. И поскольку школа наш первый дом, мы пришли познать гостях у многодетной семьи. А глава семейства – наш директор школы. И у нее около 800 человек. Кстати, поздравляю нашу уважаемую директора школы, нашу маму, Наталью, мэру Рудену. Утром на рассвете обойдете вокруг школы и несете вас течением да по школьным этажам. Хорошо тому, кто знает, как опасно ее встретить, если в школу опоздаешь или вовсе не придешь. Благодарим вас за вашу заботу о нас, за ваше добролюбие и доброжелательность. Большое вам спасибо, что вы такой вот, как руководитель, есть в нашей школе. Мы верим в вас, и мы верим, что вы поднимете нашу школу на высшую ступень. Большое спасибо, уважаемые выпускники. Хотелось бы... Нужно минуту внимания, 11Б, 11А класс. Послушайте, пожалуйста. Очень много слов было сказано в адрес, ваш адрес, очень теплых, светлых, хороших слов. Я присоединяюсь ко всем этим словам и желаю вам всего самого светлого, что желает ребенок своему, что желает мать своему ребенку. Вот сейчас бы, уважаемые и родители, послушайте, пожалуйста, вот сейчас первый стол закончится. Ребята, вы с завтрашнего дня являетесь уже взрослыми людьми, вы уже не школьники. Вот сегодня, последний день, да, 20 июля, послушайтесь нас, педагогов, родителей. Давайте, пожалуйста, если мы выходим на улицу, мы не связываемся ни со школой Розбакиева, ни со школой Кирова, хорошо? Это наш праздник, мы отдыхаем сами здесь. Если куда-то вы отлучаетесь, вы ставите в известность своих родителей, хорошо? Это тоже и девочкам относится, всем, и к мальчикам. Хорошо, уважаемые родители, будьте внимательны, смотрите за детьми. Поздравляю вас еще раз, желаю вам всего самого наилучшего. Мы вас тоже поздравляем, всех наших родителей, всех детей, за то, что вы, как сказать, мы у вас первый директор, первые наши ученики, мы вас от всего сердца, от всей души поздравляем, это вам. Теперь нашей дорогой Майре Иркиновне, Майре Иркиновне, это вам. Yeah.
освещение делали? Пожалуйста. Аня, Венера, Даргиз, Алия, Даша, Руслан. Вы пришли к нам и всех пленили. Стала школьная жизнь веселей. Историю мы полюбили, но о вас миллион раз сильней. Обычно в июле по школьной традиции проводится незабываемый акт. Или... Ребята, успокойтесь! Минуточку внимания, пожалуйста. Проводится незабываемый акт, и мы разлетимся, как вольные птицы. Не разорвав летний контакт, мы ждали, умывшись, вот этой минуты. И вот она, воля, в руках аттестат, но сердце, не знаю, стучит почему-то. Не только у девушек и у ребят. Школа родная, ты прими поклон от тех, кто предан, честен и любим, кто с малых лет в тебя влюблен. За все тебя, за все благодарим, за то, что хороша земля моя, за то, что бьются радостно сердца, за то, что есть мои учителя, и жизни нет, наверное, конца. Теперь пред нами мира бесконечность. Мы любим вас, надеемся на вас, на душе и светло, и печаль. Прошло время чудесной поры, улетаем искать свое счастье. Ждут нас новые тайны судьбы, не грусти, улыбнись на прощание. Вспоминай этот день, вспоминай, пожелай исполнения желаний. Новой встречи нам всем пожелай. Расстаемся, друзья, оставляя в сердце нежность. Будем память беречь. До свидания. До новых встреч. Дорогие наши Татьяна Анатольевна, Людмила Юрьевна, какая яркая вы личность, вам ставит жизнь, да все отлично. Выпуск наш и школу до конца сначала прошли под вашим мы началом. Еще вам выпусков и много, а нам вперед еще дорога. Дорогие наши классные мамы, школьный класс, уроки, знания, понимающий ваш взгляд, неусыпное внимание и привычный нам уклад. Ваши добрые беседы, наш полезный школьный труд и невыучивших беды и проказливости зуб. Вы сердились, ну так что же, за 7 лет один ответ. Все равно нет вас моложе и красивее в школе нет. Зубрили все даты подряд и массу знаний получили. Желаем вам, как мы, хороших ребят. На всех уроках между нами уверили мир и благодать. Как хорошо нам было с вами и сколько вы смогли узнать. Успокойся. Мы любим вас, чего же более, и это вовсе не слова. Как хорошо, что в этой школе друг другом нас свела судьба. Все сохраним, что вы нам дали, как добрый, бескорыстный дар. А вы от души сердечный жар нас в эти годы согревали. Вы научили жизнь любить, трудиться, петь, играть на сцене. Вы научили мудро нас жить и не попирая наших мнений. Мы очень-очень любим вас, открыто, искренне, сердечно. И в этот драгоценный час запомнить вас хотим навечно. Спасибо вам, учитель наш. На капитан нашего корабля, на капитанском мостике стоите вы бессменно, и к пристани по имени земля, средь бурь нас приведете непременно. За вами, как за каменной стеной, поможете, уладите проблемы, за руководством нашим и классом Б классом мы все вам дружно спасибо скажем. Спасибо. Мы теперь растений много знаем и легко животных узнаем, а когда мы где-нибудь гуляем, ни одной травинки не сорвем. Изучили мы строение клетки, персик от тычинки отличим, ни одной не поломаем ветки и опять гранаты не хотим. Специально для наших классных руководителей музыкальный подарок.
сердце растворились на тишине. Поменяла, что еще живет во мне. Это было лучше, загорелись на сердце. Первый год, первое лето, первое лето. Каждый раз лишь идет от мира. В этот час сны зовут и снова речь. Садится на снегу, снова не встречает. И то, что встретимся.
Поэтому... Мирсай
решат. Даже не знаю, в каком он классе учился. В нашем он появлялся не очень часто. Но все-таки я его уважала, он мне очень симпатичен был. И Татьяна Анатольевна еще, наверное, тебе добавит, потому что ты учился в ее классе больше, сейчас когда будет говорить. Рахманова... Рахманова Гульнара. Эта девочка заслуживает счастья. И оно у нее есть и обязательно еще будет больше, потому что она очень искренняя, нежная и красивая. Удачи тебе, Гульнара.